11 декабря 1956 года исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова, русского теоретика марксизма. В честь юбилея его именем был назван один из престижных вузов страны – Государственный горный институт. На первый взгляд, абсолютно рядовое явление, но парадоксальность ситуации заключается в том, что Плеханов был меньшевиком. Вот что писал он, например, о тех же большевиках. «Торжество ленинской тактики принесет с собой такую гибельную, такую страшную экономическую разруху, что весьма значительное большинство населения страны повернется спиной к революционерам». И это далеко не самое сильное высказывание из литературно-философского наследия Георгия Валентиновича. Конечно, в свое время нарком просвещения Луначарский называл работы Плеханова «веским золотым сокровищем», но в октябре 17-го в квартире Георгия Валентиновича провели обыск, а его самого фактически посадили под домашний арест. Конечно, Ленин считал работы первого марксиста учебниками коммунизма, но сам Плеханов почти открыто обвинял вождя большевиков в измене Родины. Да, Георгий Валентинович был чуть ли не главным революционным теоретиком России, но таких, как он, через 20 лет после революции превращали в лагерную пыль. Согласитесь, удивительная история, требующая ответа на вопрос, что же произошло? Почему имя Плеханова в 1956 году? Представляете, какое это было идеологически выдержанное время? Увековечили в названии одного из самых элитных вузов советского государства. Георгий Валентинович Плеханов родился в 1856 году в селе Гудаловка Воронежской губернии. После окончания военной гимназии он уезжает в столицу империи и поступает в Константиновское артиллерийское училище. Вскоре Плеханов решает сменить юнкерский мундир на форму студента горного института и в 1874 году успешно сдает экзамены в одной из самых престижных высших учебных заведений России. Ровно через 15 лет после окончания первого курса Георгий Плеханов напишет: «Революционная по своему внутреннему содержанию идея есть своего рода динамит, которого не заменят никакие взрывчатые вещества в мире». Сравнение не случайно. Любимым предметом Жоржа, как называли Георгия приятели, была химия. Юношескую любовь именно к этой науке он пронесет через всю свою жизнь. Но не случайно и сама мысль. Плеханов, разрушая основы империи, никогда не будет кидать бомбы в ее чиновников. И ответ на вопрос «почему» мы можем найти в дневнике Георгия Плеханова. 20 ноября 1875 года в результате неудачного химического опыта он едва не лишился пальцев. Впоследствии Георгий Плеханов будет ярым противником террора как способа политической борьбы. Причиной этого станет обычный страх Георгия перед стихией взрыва. Жорж Плеханов был вполне обычным, малообеспеченным провинциальным студентом. Это может показаться странным, но увлечение революцией пришло Георгию не от нежелания учиться, а скорее наоборот, от проявленного к учебе усердия. Произошла удивительная вещь. Горный сам помог формированию личности бунтаря-народника Плеханова. В 1875 году Жорж вошел в десятку лучших студентов института. За успеваемость и прилежание он получил Екатерининскую стипендию в размере 300 рублей. В 70-е годы 19-го столетия на эти деньги можно было купить небольшой деревенский дом, 370 ведер водки или 60 пудов красной икры. В пересчете на современные деньги это примерно 20 тысяч долларов. Вместе со своим приятелем Успенским Плеханов снимает приличную квартиру в доме номер 67 по Кронверскому проспекту. Здесь часто ночевали мечтающие о новом миропорядке знакомые Успенского – Михайлов, Перовская, Халтурин, Моисеенко. Уже через несколько месяцев народники начали устраивать нелегальные собрания и в комнате Жоржа. Утром 6 декабря 1876 года в Казанском соборе была заказана молитва во здравие раба Божьего Николая – Чернышевского, как выяснит позже полиция. Странного вида богомольцы, собравшиеся на площади, вели себя спокойно. Но вскоре на правое крыло колоннады поднимается молодой человек в фуражке горного института. «Друзья, мы пришли сюда, чтобы изъявить свою солидарность с пролетариатом. На нашем знамени написано «Земля и воля крестьянину и работнику». Через 20 минут на митинг налетела толпа патриотически настроенных дворников».
1877 году, став нелегалом, Георгий был отчислен из института по малоуспешности, как значилось в документе. Впоследствии вся жизнь Плеханова будет подчинена принципу «есть упоение в бою и жажда бездны на краю». Его боевой товарищ Вера Засулич, кстати, даже похоронены они рядом, назовет это «красотой опасности». Жорж, то, имея поддельный паспорт, устроит скандал в полицейском участке, то поедет на Дон и, призывая казаков к восстанию, едва не попадет под шашки разъяренных станичников, то нелегально перейдет границу в компании с контрабандистами, а в 1917-м вообще положит голову в пасть льва, уже будучи пожилым и тяжело больным человеком, вернется в Россию. Напомним, речь идет о революционере, который не стеснялся в выражениях в адрес большевиков. Например, апрельские тезисы Ленина – это безумная и крайне вредная попытка посеять анархическую смуту в русской земле. Ну, очевидно, нам с ними не по дороге. Очевидно и следующее. Советская власть ну никак не могла назвать именем Георгия Валентиновича одно из своих идеологических, между прочим, учреждений. И тем не менее это было сделано. У профессора Воловича, завкафедрой политэкономии Горного института, есть на этот счет достаточно оригинальное мнение – романтическое. Я помню эти годы, связанные и с так называемым 20-м съездом нашей партии. Я думаю, что вот на волне той демократии как раз и всплыла личность Плеханова. Кроме того, в мире разворачивались национально-освободительные движения, и Советский Союз должен был находить в своей истории имена героев, созвучные революционным фамилиям их лидеров. Вам более близкий пример Че Гевара, который, будучи уже зрелым человеком и занимая солидную должность на Кубе, тем не менее ушел снова осуществлять свои юношеские идеи, то есть вступил на путь опасности, лишений. Может быть, еще и поэтому на учебу в Ленинград скоро приехали сотни компаньерс. Что же касается оппортунизма, то о нем предпочли забыть. Тем более, что Плеханов так вовремя ушел из жизни. Вскоре после Октябрьского переворота у Плеханова начинается обострение туберкулеза. Затем больница и санаторий в местечке Петкиярви. Несмотря на болезнь, он продолжает жадно следить за событиями в России и в марте 18-го узнает о подписанном Брестском мире. Для Георгия Валентиновича это была огромная личная катастрофа. Состояние его вскоре стало безнадежным, начались кровотечения. Он быстро угасал и 30 мая скончался на руках у жены. Во времена борьбы с советским наследием имена многих героев-революционеров были вычеркнуты из списка городских названий. Например, улица Петра Лаврова стала Фурштатской, Андрея Желябова – Большой Конюшенной, Степана Халтурина – Миллионной. Революционные фамилии Жданов и Калинин были навсегда сняты с фасадов ЛГУ и Политеха. Технологки забыли о Ленсовете. Улица Плеханова вновь стала Казанской, а вот Санкт-Петербургский государственный горный институт все же сохранил имя Георгия Валентиновича Плеханова. Давайте возьмем Китай. Известно, что Китай прошел и проходит весьма сложный исторический путь. И личность Мао Цзэдуна в китайской истории неоднозначно оценивается и с нашей стороны, и со стороны самих китайцев. Тем не менее, в нынешней Китае личности Мао Цзэдуна, в общем-то, уделяется немалое внимание, как и личностям других исторических деятелей, даже того же Чан Кайши и так далее. Это говорит о том, что по-настоящему великий народ, он должен ценить свою историю. Я думаю, что Горному институту нужно гордиться такой личностью, потому что это личность международного масштаба, это личность, безусловно, историческая, личность, которая была и останется в памяти нашего российского народа.